Друзья, всем привет! Ну вот и закончились новогодние праздники, а значит, пора чего-то новенького на канале. Сегодня я приехал в Нижний Новгород для того, чтобы встретиться с Егором. Егор, заходи в нашу студию, пожалуйста. Здравствуй, Егор. Какой-то ты, конечно, высокий школьник на сегодня прям попался, удивительный. На сегодня магазин Fix Price, я даю тебе ровно 2 минуты для того, чтобы ты взял там все, что захочешь, но только за 2 минуты. Ну что, давай, готов Fix Price пойти? Конечно. Если этот ролик соберет 5000 лайков за неделю, то мы будем продолжать рубрику с более дорогими магазинами, там, техникой. Только если будет, конечно, активность, чтобы мы привлекали сюда кого? Правильно. Подписчиков. Рекламодателей. Подстреливать хейтеров. Возьмем нож. Надо еще игрушку взять. Ну вот, время закончилось, сейчас пройдем на кассу, посмотрим, что я купил. Что? Пакетик тебе неплохой, я смотрю, вышел, да? 2 минуты, в принципе, хватило тебе? Конечно, для того, чтобы купить да. Все, что хотел. Даже думаю, что слишком много для Fix Price, потому что под конец ты уже так, знаешь, в развалочку ходил. Ну давай сейчас пойдем в машину, я думаю, и посмотрим, что ты купил, и самое главное, сколько денег на все это ты, ну, в смысле, я, потратили. Пойдем. Стронг чипсы к пиву. Ну, чтобы покушать. А почему именно к пиву здесь взято? Ну, какие попались, я взял. Ну да, всякое бывает. Ладно. Офигеть, огромная лупа марки Фларкс. Увеличительное стекло с подсветкой. Зачем тебе такое чудо техники? Чтобы собирать модели. Да, туда это реально полезный товар. Ножницы. Ну, это понятно, в хозяйстве всегда, собственно, пригодятся. О, мое просто детство. Лазерная указка. Что, будешь по глазам людей фигачить? Нет, нет, я конечно. В школе так делал просто, и мне так делали, поэтому я такой. Нож. Чтобы резать салатики. Я боялся, что ты скажешь, чтобы резать одноклассников. MP3-плеер. Блин, кстати, прикольная тема. Я все пытался его найти в свое время, чтобы записать отдельный обзор, а он сейчас уже есть в наличии, типа. То есть ты на полном серьезе будешь музыку с него слушать, да? Конечно. Конечно. Ну, это понятно. Всегда нужно для каких-то записей, да? Будешь записывать домашку. Я какой-то взял не самую... Я не заметил. Бракованную штуку, но, собственно, здесь тоже можно вставлять батарейки. Это увеличительное стекло с подсветкой. Какая-то у нас светодиодный фонарик. В хозяйстве всегда будет нужен, свет отключают, включаешь фонарик. Набор хомутов или кабельных стяжек. Слушай, ты прям у нас такой хозяйственный парень, я смотрю. Любой другой набрал бы себе там чипсов, а ты взял все, что в дом нужно. Еще одни ножницы, лишними тоже не будут. Кружечка Neon Lights Sign. Чтобы пить кофе. Чтобы пить кофе. Пьешь кофе? Я вот не пью кофе, принципиально. Добро пожаловать в 2017 год, спиннеры. Два
Благовоние. Благовоние. Ой, но они же воняют ужасно. Ты чё? Мне нравится. Напишите в комментариях, вы любите благовоние, ребят? Я терпеть не могу. Хорошо, дальше. Это я понимаю, да. У меня, кстати, такая же, по-моему, есть тоже из Фикспрайса. В выпуске посмотрите по рекомендации, где я закупал бокс, арбалет. Набор изолент. Ну, я даже не буду спрашивать, потому что ты все для хозяйства, все для дома, все перетянешь хомутами, да изолентами. Замечательно. Шестигранные ключи. О, слушай, прикольная тема. Сколько они стоят? Мне тоже такой нужен. Я собираю мебель, если из Икеи, я вот эти шестигранники, которые там стандартные, я их постоянно теряю куда-то, выкидываю вместе с коробками. А здесь вот будет у тебя целых два набора разного цвета. Один папе, другой себе. Вот и будет у вас замечательный набор. Слушай, ты, мне кажется, строителем будешь, да? Двусторонний скотч. Ну, я тебе скажу так, что он здесь фиговый. У тебя набор ностальгии тоже, я понимаю, да? Спиннер вот такой вот замечательный. Только уже огненный дизайн. После ремонта, как говорится, можно и выпить баночку пепси. Ты еще у нас и шьешь, оказывается, да? Или что, набор ниточек, да? О, часы. Это кому? Себе. Себе? Такого дизайна? Они электронные? Они светодиодные. А, светодиодные часы. Прикол. Ну что, уже завершается почти наш бокс, не переживайте, друзья. Игровой набор «Ползающие насекомые». Это тебе зачем? Это сестренки. Это сестренки. Вот видите, с подарками папе, маме нож, да, сестре. Вот такие вот замечательные насекомые. Вообще, придешь с подарками, все офигеют. Думаешь, ушел куда-то, непонятно к кому. Там, знаете, а вот вернулся вот с таким замечательным набором. Что еще есть? Финал неповторимой мелодии, барабанная установка. Тоже сестре, как я понимаю, да? Ну и сам, может, чуть поиграешь. Я всегда мечтал научиться играть на барабанах, это я честно говорю. И то, что нам с трудом продали, я вообще не ожидал, что в Фикспрайсе есть такая штука. Какая-то противная кассирша такая, типа, паспорт есть, вам нет 18. И я такой, мне есть 18, вы что? Вот вам мои права. Это что, это вейп? Нет, это зажигалка, чтобы поджигать петарды. А, зажигалка для петарды, почему-то я думал, это вейп, что-то такое, потому что прям реально паспорт попросили, все настолько серьезно было. 2200, по-моему, рублей все вышло, вся вот эта вот закупка. Я думаю, что ты на большую сумму наберешь, если честно. Но и ты очень, кстати, классно сделал закупку. Напишите в комментариях, как вам закупка Егора, оцените ее. И напишите, чтобы вы успели купить за 2 минуты именно в Фикспрайсе. И опять же, если мы наберем 5000 лайков и много просмотров, то будет следующий выпуск, в котором ты сможешь стать участником. Выбираю участников только из комментариев. Егор написал комментарий. Егор был приглашен на съемки. Я приехал в его город, в Нижний Новгород. Приеду в ваш город точно так же. Поэтому все зависит только от комментариев. Будем в Эльдорадо делать, в Ашане, время побольше, может быть, будем давать. В общем, это, мне кажется, интересная рубрика. Все зависит только от вашей активности, как она сильно зайдет или не зайдет, тогда ее не будет. Все, с вами был Айден и Егор, и вот эта вот закупка, которая всю машину заняла, Фикспрайсес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.